Всем привет, это видео о том, как почистить старые струны на гитаре. Очень старые, эти струны я не чистил где-то год. Чтобы из такого звучания... мы получаем вот такой результат. То есть появился объем у струн, они зазвучали не так глухо, и в целом звук стал поприятнее. Есть разные способы чистки струн, с помощью мыла, с помощью моющего средства, но мне нравится более человеческий подход с помощью вот такого чистящего средства для струн Dunlop 65. Стоит такое средство где-то 180 гривен, то есть это примерно половина цены от новых струн или одна треть от хороших новых струн. А чистить струны вот одни и те же можно, ну не знаю, разиков 5, 6, 7. Хватает этого при активной игре примерно на 2-3 недельки, потом снова качество ухудшается, струны становятся грязными. И чистку струн я рекомендую делать хотя бы раз в месяц. Берем листики А4, просто подкладываем эти листики под струны. Выглядит это вот так. После чего берем чистящее средство, давим на вот этот клапан. Он находится в центре, когда вы на него давите и переворачиваете, тогда поступает жидкость, которая находится внутри. Наносим хорошо на всю поверхность струн. После того, как вы промокнули все струны, берем и начинаем чистить более тщательно. Берем, давим на струны этой баночкой вверх-вниз вдоль сечения, чтобы максимально вычистить всю грязь. У меня обычно возникает пенка грязная, и отчетливо видно, что грязь начинает выходить. Проходим вот так вот вдоль всего грифа. После чего берем бумажную салфетку или сухую тряпочку и проходим по каждой струне, либо можно по всем сразу. Кстати говоря, это средство Dunlop я купил годика 3 назад и чистил струны раз 10-15 точно. Внутри еще осталось, ну, как минимум, половинка. Так что можете особо не экономить, оно недорогое. И желательно от души пройтись по струнам, чтобы прям появилась вот эта пенка, и профигачить хорошенько. Я не претендую на объективность, это чисто мой способ чистки струн. Поэтому, если он вам понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на этот канал. Всем спасибо и пока!